Отрад «Открытое сердце» сегодня провел первую акцию у межах проекта «Дары добро». Волонтеры запросили на мероприемство детей с особливостями развития. Им пропоновали записать видеопожадание о поддержке белорусских спортсменов, которые выступят на других европейских гульнях. Перед записом пожадания детям сделали аквагрим с логотипом еврогульнев. Потом помеж хлопчиками и девчинками размерковали вершованные радки. Зрозуміло, некоторым за особливости у психофизичного развития простое слово выдавались не вельми легко, але тем больше каштовным отримался выник. Вам всегда сопутствует удача, решительность и смелость без границ. Блестяще справиться с поставленной задачей и подарить эмоции счастливых лиц. Пусть оправдаются надежды и взят стремительный рекорд. На пьедестале награжденных родного гимна зазвучит аккорд. Плануется, что проект «Дары добро» будет ажитовляться как минимум до конца года. Для детей, которые имеют потребу у особливой увазе, будут проводить разностайные мероприемства, различные именовито на их махчимости. Идеи организаторов активно подтримливают представники бизнесу, громадских организаций, городский совет депутатов.